Привет, дантист. Hello. Привет. Это вы? Зайти не пригласите? Huh? Oh, sure. Ну, конечно, yeah. Да. Yeah. Проходите. Oh, I like keep... Люблю, знаете ли, засунуть руку. Прошу прощения за вторжение, но у меня ужасно разболелся зуб. Во рту? А, где же еще? Разумеется. Присаживайтесь. Сейчас мы все уладим. Вероятно, мне надо было записаться. Вы, похоже, очень заняты. Да что вы. Всегда готов оказать неотложную помощь. Знаете что? Не затруднит вас просто открыть рот. Мне нужно зеркальце. Все нормально. У меня вроде запасное было. Знаете что? Когда вы повернулись, я обратила внимание на ваш профиль. Очень благородный профиль. Профиль? А ваши руки? Какие красивые! Это же руки хирурга. Да. Ну, красивые руки у нас в роду. Знаете, что я думаю? Нет. Что вы очень милый. Знаете, что я думаю? Что? Думаю, что упаду в обморок. Как так получилось, что такой замечательный человек и до сих пор не женат? Мне всегда казалось, что я немного худосочен для брака. К тому же, главная цель моей жизни — добраться до Запада. Как непредсказуема судьба. Я тоже одна и направляюсь на Запад. И вдруг, как гром среди ясного неба, встречаю вас. Большого. Высокого, импозантного мужчину.